пытаться провести бой в стойке. Вот сейчас как раз мы видим, что Алексей очень проводит неплохую серию. Да, совершенно верно. Видно, что он гораздо более атакует Серина, наносит точные удары. Сам легко достаточно отклоняется от атак чешского бойца. Пойдет, возможно, потому что вот в первом раунде можно забиться на такой степени, что во втором раунде уже сил как бы не останется. Вот. Нет, была попытка проведения боя в партере под его диктовку. А сейчас как раз Алексей пытается провести болевой навык. Не подготовлен все-таки он начал этот прием, но... Михал в острый, пропустил слишком много ударов и сумел выбраться, но попался на треугольник. Да, совершенно верно, защитился. И сдача. Да, есть сдача.